за регулируемым перекрестком выбираем место для разворота. Так, перекресток. Вот это раз, два. Это перекресток. Место для разворота. Ну, я могу вот здесь. Пусть мы приезжаем еще вперед. Ну, крути руль, поехали. Поехали, давай, смелее, давай, давай, давай. И теперь газуй, 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 что ты так уходишь? И теперь объясни мне, дураку. Что, разве может посередине перекрестка быть остановка? Может быть на одном перекрестке две стоп-линии? Первая стоп-линия, мы перед ней стоим. Вторая стоп-линия вон там, где выезд из депо, светофор. Где тут регулируемый выезд, скажи мне? Вот слева от нас, где люди шли, там выезд есть. Он выезжает, какой он видит сигнал светофора первый? Круглый красный. Правильно? Но... Все. Это где ж перекресток-то? Ну как может быть перекресток в остановке? Ой, остановка в перекрестке. Раз, два, три, четыре столба посчитали. Молодец. А то что, ты знаешь, что надо заканчивать маневр, если ты на желтый проезжаешь, да, на мигающий, зеленый вернее. А тут бах и стоп-линия. На перекрестке такого нет. Я тебе сейчас покажу, что такого нет на перекрестках. Это два разных светофора, но работают в паре. Один пешеходный, второй выезд из депо троллейбусного. А вот перекресток. У нас стоп-линия есть, а на выезде с перекрестка стоп-линии нет. Это когда нам гриб красный, ребята выезжают, тут у них стоп-линии нет.